Посветит. Вот это такой очень маленький светильник. Автономный. Для автономный светильник, для кемпингов, для рыбаков он предназначен. Внутри встроенные батарейки, аккумуляторные батарейки, с которым можно пользоваться светильником без внешнего питания до 6 часов. Консумация только 4 ватт светильника. Вы получаете 400 люменов от этих 4 ватт. Это равняется нормальная лампа 40-ваттная лампа. Здесь есть 12-вольтовый вход. Отсюда можно заряжать лампочку, можно работать директно с аккумулятора автомобиля, когда вы поставите здесь коннектор. Лампочка автоматически выключает внутреннее питание и переходит на внешнее питание, так, например, с аккумулятора автомобиля. И автоматически начинается заряжаться. Во время освещения она и заряжает внутренний аккумулятор. Тоже, когда вы шофируете, как вы едете на машине, можно подзаряжать тоже, его. Тоже можно включить в зажигалку и подзаряжать батарейки. Устройство, которое подключается к прикуривателю, как у нас называют, да. Оно прилагается, идет в комплекте уже, да? Да. Да. Кабель. Кабель и розетка прикуривателя. Да, розетка, да.